34-й генный ключ ситхи величия. 34-й генный ключ несет в себе необычный атрибут, который остается на всех уровнях его чистоты — собственную неосознанность. Не осознающее себя форсирование ведет к разрушению. Не осознающая себя сила ведет к поклонению. На пике этой чистоты расцветает ситхи величие. Это величие человеческой формы в движении. Форма есть чистая осознанность сама по себе, поэтому она не может осознавать что-то еще. Это истинная красота сознания в форме. Величие не является состоянием. Это истина всей природы в движении. На уровне ситхи все живое демонстрирует величие. Даже борьба на низких частотах предстает в величественном свете в своих собственных искажениях. Но это 34-я ситхи касается человечества больше, чем любой другой аспект человеческой ДНК. Это ситхи ногой обезьяны, Адама и Евы, божественной энергии, непрерывно движущейся через человеческую форму. Через 34-ю ситхи мы получили идею о человеке как о Боге. Этот взгляд увековечился в наших мифах, либо в которых боги появляются на земле и принимают физическое обличие, либо через человеческое стремление наделить божественной силой некоторых избранных людей. Великий парадокс состоит в том, что если боги и вправду воплощались в человеческую форму, то они никогда бы не вспомнили и не узнали, что были богами. Это истинный смысл 34-й ситхи. Божественная сущность творения может только тогда свободно двигаться через тело, когда прекращает существование идентичности. Такие люди двигаются так, что пленяют глаз. Из этой ситхи возникли физические практики, которые были ориентированы на высшее сознание. Например, мудрые асаны йоги или движения тайцзи. Все это является спонтанным проявлением божественности, движущейся через форму того, в ком расцвела 34-я ситхи. Эти сакральные движения, жесты и танцы содержит в себе коды высшего сознания. Однако подобные практики могут быть колоссальными трюками, заставляющими вас думать, что существует какой-то путь к высшему сознанию. Такого пути нет. Высшее сознание — это просто неожиданный скачок. Сакральные движения действительно могут давать людям доступ
к высшим состояниям сознания, но они не ведут прыжков. Проблема в практике таких движений состоит в том, что изначально они были спонтанными проявлениями высшего сознания. При копировании они перестают быть таковыми, даже несмотря на то, что могут вести к проблескам высшего сознания. Из 34-й ситхи также берет свое начало высший уровень боевых искусств с их представлением о том, что истинная сила заключена в пустоте. Например, на высшем уровне искусства цигун, известном как пустая сила, практик растворяет любое подобие идентичности и становится проводником для разума самой жизни. Если в человеке расцветает эта ситхи, он не общается через слова или язык, а разговаривает своими действиями и движениями. Многие из этих людей были родоначальниками таких священных искусств, как каллиграфия, музыка, танец и живопись. Предметы искусства, сделанные человеком с 34-й ситхи, всегда вознаграждаются как работы несравнимой гениальности и самобытности. Для Творца уровня ситхи само искусство состоит в действии, в то время как результаты не имеют значения. Эта истина прекрасно символизируется тибетским искусством, где невероятно замысловатые мандалы создаются из разноцветного песка на протяжении месяцев, и когда они готовы, их открывают ветру, который разносит их за считанные часы. 34-я ситхи требует от индивидуума превзойти генетический страх выживания через привнесение своего тотального присутствия в каждое мгновение. Вызов для индивидуума отпустить свою индивидуальность, которую он ощущает как свою суть. Конечно же, растворяясь в океане присутствия, будет казаться, что ваше выживание стоит под угрозой. В этом все и дело. Вы не сможете пережить скачок на уровень ситхи. Войдя на уровень ситхи, весь страх вычищается из вашего организма и открывается чистая осознанность разума, физического тела, как будто целая вселенная начинает двигаться через него. В кольце судьбы прозрение высших планов сталкивается и смешивается с величием тела на нижних планах. В итоге появляется чистый сплав, когда дух входит в материю и наделяет ее божественной сутью. Когда жизни не мешает, она становится очень-очень подвижной и продуктивной. Чем больше вы пытаетесь форсировать жизнь в
том направлении, в котором хотите вы, в противоположность тому, куда хочет она, тем менее эффективными вы становитесь, и меньше энергии вам доступно. Наиболее широко используемая аналогия этому аспекту 34-й ситхи – это сравнение жизненной силы с водой. Вторя словам великого Лао Цзы, самая мягкая вещь из всех способна мчаться, как лошадь, галопом через самые твердые скалы, словно вода, проникающая сквозь камень, так же входит внутрь невидимое. Поэтому я знаю, как это мудро действовать, не делая ничего, и как мало тех, кто это понимает.